Ребята, всем привет! Вы на канале Чемитова Жаргала. В общем, сейчас у нас вот такой вот проект. Мы решили построить дом. Ну, чисто на продажу. Купили участок. Вот нашу работу показываем. Подфорную стенку сделали из пескоблока. Так как участок, ребята, неровный. Склон идет сюда. Ну, как вы видите. Вот перед домом, по крайней мере, решили выровнять. А то, блин, по склону ходить тоже неудобно. У нас был, ребят, фундамент старый 5×6. Но он вообще плохого качества и неровный был. Поэтому вот, получается, подлили. И вот сейчас строим 5×6, ребята, дом. Сразу, получается, решили сэкономить, чтобы забор дальше не делать. Гараж сделали. Вот из пескоблока также получается перемычка. Из половинки столбик пошел. Здесь у нас с фундамента арматура, ребята, выходит. Ну вот этот полностью пролили, так как у нас, ребята, пескоблок сквозной. Наша задача, ребята, какая? Теплый пол здесь сделать. Сразу вот сегодня мы вызвали фронтальный погрузчик. И вот он нам, получается, с улицы землю подобрал. Вот. Здесь, получается. И все это он в дом, получается, засыпал. Сейчас мы выровняем все, стяжку сделаем. Вот такой вот забор. Все. Ну, тоже. Блока также. Здесь я вот... Здесь будут откатные ворота стоять. На весу, получается, я вам потом покажу, как можно сделать экономно. Вот такие вот дела, ребята. Вот так вот выглядит. Там, получается, профлис другой совсем был, бэушный. Мы его, зеленый был профлис, мы его покрасили водоэмульсионкой. Вроде бы нормально. Ладно, ребята, все, всем пока.